Мы вот всякими эксклюзивами будем просто поднимать рейтинг нашего клипа на MTV. Наконец-то группа 2345 накопила деньги на дорогое видео. В клипе на песню «Пустые слова» будут роскошные тачки и девочки. Но эксклюзив не в этом. В съемках приняли участие звезды Comedy Woman. Разговаривать с журналистами девчонкам из Comedy Woman запрещено, а вот демонстрировать свои достоинства – пожалуйста. Привет, Пуси! В новом клипе группы 2345 Comedy Woman приглашенные звезды, которые играют самих себя. Девчонки, они такие, они в своих образах, то есть они отжигают, веселятся, то есть они увидели парней. И дальше уже начинается завязка сюжета. Сюжет к новому видео «Пустые слова» придумала солистка 2345 Аня Боронина. Она же выступила одним из режиссеров клипа и исполнила главную роль – девушки, которая будет выяснять отношения с парнями. Есть две противоборствующие группировки. Между одна это парни, другая это девчонки. Неожиданно автомобили едут, один другого подрезает. И опускаются стекла, они друг друга видят. А все остальное вы увидите, когда мы все смонтируем. И вот на этом канале будет премьера. Поэтому обязательно смотрите и не переключайтесь. По словам участников 2345, клип «Пустые слова» получился самым дорогим за всю их карьеру. По размаху он сопоставим с видео Тимати, но, может, чуть-чуть скромнее. Помимо вот этих двух машин будет еще «Феррари», который, в принципе, по-моему, такого цвета, две вообще в России. И одна из них будет у нас в клипе. И плюс будет такая крутая штука, React Table. Играть на React Table стоимостью в 3 миллиона рублей доверили диджеям из проекта Sound Hackers. Две банды, парни и девушки. А мы, получается, не поругались, а мы за счет музыки, энергетики, всего мы это все мерим. В конце все танцуют, раздеваются. Вот не только танцы, но и обниманцы. Премьера клипа «Пустые слова» от 2345 и Sound Hackers намечена на середину июня. Друзья, с вами группа 2345, специально для Newsblog MTV.